25 марта 2022 года в городе Нур-Султан контрразведкой Комитета национальной безопасности задержан агент иностранной разведки, гражданин Республики Казахстан, планировавший покушение на президента страны и ряд высокопоставленных государственных служащих. Одновременно им планировалось совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов. В результате обыска изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде. Кроме того, подозреваемому отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в Республике Казахстан и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов. В ходе предварительного следствия задержанный признался в совершении вышеуказанных деяний по заданию и в интересах иностранного государства. В настоящее время Комитетом национальной безопасности проводится расследование по фактам совершения преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 24 и частью 4 статьи 255 Уголовного кодекса Республики Казахстан.